попал по сопернику, практически, можно сказать, нокаутировал его. И не добил, то есть как новичок практически отработал. Я каждый бой планирую, в принципе, досрочно. Если не получается, то я стараюсь забрать раунд, потому что это лучше, чем не забрать его и проиграть. Лучше уже забрать раунд. Победу я посвящаю тренеру Фунтику Игорю. У него родился сын, его супругу, и его я поздравляю с этим прекрасным и очень важным в жизни днем. Единственное, у меня небольшая проблема, я завожусь и не вижу все, что происходит. И спасибо тренерам, углу сегодня грамотно все подсказали, и я отработал, можно сказать, хорошо. Ну, хвалюсь за то, что я выиграл. Все-таки главная победа. Недоволен тем, что не все установки, которые были на бой, не все получилось. Немножко где-то не доделал, не доработал. Мог намного лучше. С тренерами мои ошибки разберем. И в следующий раз пойдем более лучше к этому бою. Рассчитывал на нокаут. Бой сам показывает, как он закончится. С каждым боем я, наоборот, еще больше переживаю за бой, выхожу, потому что она победа идет, поражение нет. Я не знаю, что такое поражение. В принципе, в ММА у меня были поражения. Я до этого дрался еще и по тайскому боксу, и по кикбоксингу. Я и проигрывал, и выиграл, как бы. Но здесь у меня другая карьера пошла. Здесь более профессионально начал подходить к этому.